Sega Vision Pictures Limited, Scholar Multimedia Group, Beijing Orange Sky Zihong TV и Fantavilled Pictures представляет. Лао, Барбара Ксу, Фан Бингбин, Сью Джао, Майк Хо, Фан Суй Ванг, Тан Ифэй, Ма Дин Ву в фильме «Патруль времени». Автор сценария и режиссер Вонг Жинг. Ровно 10 лет назад доктор Мастерсон изобрел солнечный купол. 70% населения больше не угрожает энергетический кризис. Человечество обрело не только достаточное количество энергии, но и защищенность окружающей среды. Сегодня отец солнечной энергии доктор Мастерсон появится на выставке реликвий династии Танов в качестве почетного гостя. Спецслужбы предупреждены? Да, дважды. Но мы до сих пор не знаем деталей. Наши спецслужбы подтвердили, что террористы подготовили специальных киллеров. Доктора Мастерсона хотят убить. Неудивительно, ведь своим изобретением он помешал торговцам энергии. На этот раз в качестве киллеров киборги. Экран, пожалуйста. Кошмар! Похоже на насекомых! Вы все должны понимать, это крайне опасная миссия. Будьте очень осторожны. Возьмите свое вооружение. До начала выставки найдите себе удобные места для операций. Есть, сэр! Есть, сэр! Милли. Лучше останься дома, побудь с дочерью. Почему? Почему любая опасная миссия, и ты меня отстраняешь от дела? Почему ты всегда ездишь на задание без меня? Ты знаешь, каково это сидеть дома в ожидании? Я каждый раз боюсь открыть список погибших и увидеть там имя своего мужа. Я понимаю, понимаю. Но я не знаю, как тебя переубедить. Возьми меня с собой. Каждый раз, когда моя любовь стоит рядом, я становлюсь таким нерешительным, не понимаю почему. С дочерью ты тоже будешь нерешительным? Ты ведь будешь осторожна, правда? Обещаешь? Береги себя. Пока. Мы зайдем в зал через 30 секунд. Срочно. Повысить уровень безопасности. Есть.
Выставку 2080 года, посвященную реликвиям династии Тан, объявляю открытой. Доктор Мастерсон, будьте любезны открыть выставку. Прикрой Мастерсона! Мэр, отойдите! Бежим!
Стой! Кики, надень носки, а то я разозлюсь. Я не хочу. Ты заболеешь? Не хочу. Хватит, перестань сейчас же. Не хочу, не хочу. Кики, Кики, перестань бегать, сейчас я тебя отшлепаю. Девочки. Ну когда же ты научишься носить носки? Ты ведь простынешь. Не хочу. Надевай. Ну почему ты не надеваешь носки? Чего бегаешь босиком? Кто будет слушаться маму, а? Плохая девочка. Я не дам тебе поесть, а маме твоей дам. Мамочка, поешь. Она не настоящая. Конечно. Ты что же думала, это настоящая? Ужасно. Давай, держи. Держи. Помоги мне. Ой, мне больно. Ты такой плохой. Не обижай мамочку. Кики, помоги мне. А ну-ка бей своего папу, бей его. Снег пошел. Я знал, что ты здесь. Здесь я сделал ей предложение.
То, что случилось с твоей женой, нам очень жаль. Украдены разработки нескольких стран. Конфиденциальные файлы о путешествиях во времени. Путешествиях во времени? И как далеко можно вернуться? Почти на 100 лет назад. Кто их украл? Скорее всего, те, кто совершил покушение на доктора Мастерсона. Я думаю, они хотят вернуться в прошлое, чтобы убить его, пока он молод. То есть, хотят изменить ход истории. Мне надо увеличить силу! После этой операции ты станешь самым могущественным киборгом. Ты будешь обладать всеми преимуществами военного робота. У тебя не будет слабых мест. В таком случае останется только сердце и голова? Я перестану быть человеком? Нам для этой операции необходим самый сильный человек. Если у вас нет этого качества, проваливайте. Нет! Я сделаю это! Калонг! Молчи! Я не поменяюсь внутри. Тогда прооперируйте меня тоже. Я хочу быть с тобой даже при смерти. Хорошо. Боюсь, это ваше последнее объятие. Скоро вы расстанетесь со своими телами. Доктор Мастерсон, сколько вам тогда было лет? 12. Если вы хотите, чтобы я вернулся в прошлое, сделайте то, о чем я вас попрошу. Не удаляйте мою память. 2020 год. Международная школа Иньцай. Фостер, ты опять завалил свое сочинение. Тебе следовало бы почитать сочинение Кики. Оно называется «Мой папа». Мы с учителями были тронуты. Мой папа уже 9 месяцев не был дома. Что я должен про него написать? И ты сдал чистый лист? Но я даже не помню, как он выглядит. Чепуха! Сейчас же выйди из класса. Ну, погоди. Мой папа работает дорожным полицейским. Он ездит на мотоцикле и каждый день патрулирует улицы. Он работает в любую погоду и в любом месте. Он всегда приветствует прохожих и водителей машин, поддерживает в городе закон и порядок. Папа говорит, что полицейские служат обществу, и что безопасность граждан находится в руках полиции. Я очень горжусь своим папой. Слушай, ты захватил с собой камеру? Конечно, ты же знаешь, я люблю снимать насекомых. А я могу ее взять? А разве не должен тебе помочь с домашней работой? Или тебя опять накажут? Делаем в другой раз. Сегодня мне есть дела поважнее. Ты чего опять задумал? Кики описала своего отца как супергероя, а я ей не верю. Я хочу за ней проследить. Скорее всего, ее отец ленивый толстяк, такой жирный, что еле залезает на мотоцикл. И что? Я его сниму на камеру, и все в школе увидят это и будут смеяться над Кики. Ненавижу ее. Здравствуйте, мисс Холли. Кики, ты почему не идешь домой? Папа сказал, что заберет меня около 4 и еще даст денег купить продукты. Возьми ее крупным планом, а то не поймут, что это она. Да помолчи ты, не мешай! Холли, я не могу найти этого неудачника. Он сказал, что здесь планируется грабеж, и по сценарию он с нами свяжется.
Ну и где он? Я здесь. В мусорном баке? Я работаю полицейским под прикрытием уже 6 лет. Безопасность прежде всего. Ну и где грабители? В 3:50 будут у ювелирного магазина. Я их жду. 3:50? Сейчас уже 4. Не может быть. Часы идут правильно. Подарок моей подружке. Кто это, малышка? Дочь Кида. Меня зовут Кики, а не Киди. Смотрю, язычок у тебя острый, прям как у твоего папы. Мой папа честный и воспитанный, а ты, мистер, неудачник. Кики, это мистер Дин. Он наш друг, поэтому мы не можем его так называть. Мистер Дин, мистер неудачник. Все, я пошел. Ты помнишь пароль? Конечно, помню. Мисс Холли, а вы уверены, что он знает пароль? Да, он его помнит. Пароль? Ну и где эти трое? Эй, старик, а ты ничего так выглядишь в женском платье. И как такой дурак, как ты, может работать под прикрытием? Под прикрытием? Я? Да вы что? Ну и как ты теперь им дашь знак? За нами, живо! Кики, не стой здесь. Иди к дороге, жди там своего папу. Если что случится, спрячься где-нибудь, поняла? Пока. Пока. Папа? Давай, иди и помоги мне. Ты в порядке? Нормально. Меня кто-нибудь видел? Нет. Смотри, какой он неуклюжий. Если мы выложим это в интернет, Кики вырыет тебе яму и закопается. Это точно. Это ограбление! Брось с дороги! Пошли прочь! Все на пол! На пол! Стоять! Отпустите заложников! Свяжись с командой В, чтобы прикрыли нас быстрее! Не дайте им уйти далеко! Бежим за ними! Точно что-то будет! Бежим быстрее! Папа! А почему это я вижу двух кидов? Я ваша иллюзия. Иллюзия? Да. Супергерой! Привидений не существует! Это только иллюзии! Только иллюзии, говорите? Бежим отсюда! Это что, сон? Мы что, спим?
Так отец Кики настоящий супергерой? Ки, ты в порядке? Он не умер. Кики? Мисс Холли? Что случилось? Не знаю. Что произошло? Я не знаю. Это так странно. Какие мучения. Ты меня спрашивала уже миллион раз. Я тебя спрошу только один раз. Один раз? Хорошо, спрашивай. Сегодня нас двоих увели на крышу. Они меня не били, однако я потеряла сознание. А когда пришла в себя, те трое парней лежали на полу. Почему? Ну, я предполагаю, что они перепугались и перебили друг друга. Понимаешь? Понимаю. Все, теперь едим. Едим. Я ведь просил тебя, хорошо? Ну, пожалуйста. Хорошо, едим. 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 Ух ты! Ух ты! Ух ты! Он настоящий супергерой! Супер! Давай выложим это в интернет! Конечно, нет! Почему? Если все узнают, что отец Кики супергерой, у нас не будет ни единого шанса. Какого шанса? Быть его учениками. Мы попросим его обучить нас. Обучить нас? Конечно! Подумай! Если мы будем как он, скажем, если мы сможем так высоко прыгать, то мы смогли бы выиграть золото на Олимпиаде 2024 года. Верно. И почему я об этом не подумал? Потому что ты дурак. Мама! Твоя мама такая молодая. Как она могла тебя родить? Она моя мачеха. Моя мама умерла, когда рожала меня. Но она очень добра ко мне. Она выглядит такой грустной. Мой папа не появляется дома уже 9 месяцев, поэтому мама грустит. Она покончит жизнь самоубийством? Что ты говоришь, идиот? Время обедать. Я не хочу. У меня нет аппетита. Почему же? Потому что я лежу здесь связанный. Давайте я сделаю вас счастливым. Как? С помощью рук я постараюсь сделать вас счастливым. Я не хочу массаж. Спасибо, не надо. Ну тогда мне придется удвоить свои усилия. Я использую свои руки и свой язычок, чтобы сделать тебя счастливым. Серьезно? Конечно, серьезно. Отлично. Вы готовы? Теперь вы довольны? Извините. Ладно, я пойду. Вытащи меня отсюда. Они считают меня сумасшедшим. Ты же сказал доктору, что Кит стал вчера супергероем и победил троих грабителей один. Он сказал, что это иллюзия, а потом я потерял сознание. Твоя иллюзия? Как это могло быть? А что сказали эти трое? Или что, у нас у всех четверых была одинаковая иллюзия? Сам подумай, как Кит может быть супергероем? Это невозможно, но... Мистер Неудачник... Послушай, если я отклонила твое ухаживание, потому что люблю его, ты не должен клеветать на него. Если я лгун, можете забыть мое прозвище и зовите меня мистер Лгун. В любом случае, думай, что говоришь. Ты знаешь, что заявили грабители, что Кит супергерой? Ты уже слышала об этом? Да, я слышала. Они еще в больнице? Да. Я использовал детектор лжи при допросе, и он показал, что они говорят правду. И что? Неужели ты веришь, что Кит супергерой? Конечно, нет. Скорее всего, что-то с детектором лжи.
Хотя мистер Неудачник заявил то же самое. Мистер Неудачник находился в заложниках, и ему угрожали. Это последствия стресса. И тот самый Кит сказал ему, что это иллюзия. Слишком много деталей. Что же на самом деле произошло? Я предоставила вам мой отчет. Я изучил его и обнаружил, что он не был в поле твоего зрения какое-то время. Что же случилось за эти мгновения? Мы старались не подходить слишком близко. И были там ровно через минуту после того, как услышали выстрел. Именно в это время. По словам тех грабителей и мистера Неудачника, Кит превратился в супергероя. Пошли. Куда? К супергерою. Кит Джао. Меня ищете? Супергерой. Кто супергерой? Кое-кто называет тебя супергероем. И кто, интересно? Те трое бандитов, которые взяли тебя в заложники. Что ты с ними сделал? Ничего я с ними не делал. Это они со мной делали. Все время били меня кулаками по лицу. Было больно. Человека избили. Чего ты смеешься? Чушь. Если бы ты был супергероем, наверняка перебил бы всех злодеев. И мы жили бы как в сказке. Идите сюда. Я вам кое-что скажу, только это секрет. На самом деле, я... Бэтмен. Ты посмотри на него, он еще и шутит. Неудивительно, что Коля о тебе так заботится. Эй, ты хочешь, чтобы я всем рассказала, как ты пел? Все, я сдаюсь. Можешь говорить что угодно, только не это. О чем она? Да так, ни о чем. Увидимся позже, Бэтмен. Пока. Он такой занятой. Сейчас расскажу. О чем? Его бывшая подружка. Знаешь, как отвратительно он поет? Нет. Просто ужасно. И вот у нее был день рождения. А он собирался сделать ей предложение. И мы попросили его спеть «Буду любить тебя 1000 лет». Даже не знаю, кто поет хуже, он или тот парень, что поет ее в оригинале. А он еще пел ее целиком. Моя одноклассница заплакала и отказалась за него выходить. Отказалась выходить? А что потом? Ну, как-то так вышло. Они расстались незадолго до помолвки. С тех пор он ни в кого не влюблялся. Он хороший человек. Я думаю, он сможет найти себе кого-то получше твоей одноклассницы. Ты тоже. Конечно. О, боже. Я ей нравлюсь. Вот это да. Помни, ты не должен ни в кого влюбляться в 2020 году. Иначе это изменит ход истории. Мы не хотим, чтобы история изменилась. Вернувшись один раз после завершения миссии, ты не сможешь там остаться. Ты не должен выдать себя, так как тебя могут вычислить убийцы. Это может помешать нашей миссии спасти доктора Мастерсона. Будьте поосторожнее, когда переходите дорогу. Что? Что? Простите. Простите. Наконец-то мы вас дождались. А зачем вы меня ждали? Потому что вы супергерой. Мы никому не скажем. Но только вы должны нас обучить, как своих учеников. Что вы сказали? Вы что думаете, мы глупости говорим? Вы кто, папарацци? Зачем вы меня снимали? Это случайность. Ну, ничего страшного. Даже если вы сломаете диск, потому что мы уже 1000 копий сделали. 1000? Кто еще знает? Пока только мы втроем. Но если вы не захотите нас обучать, тогда мы отправим этот диск всем телекомпаниям.
Это что, шантаж? Учитель, не поймите нас неправильно. Мы хотим у вас обучаться, мы хотим быть юными супергероями. Встаньте! Мы хотим иметь вашу силу и помогать слабым, и бороться со злом. Вставайте! Если вы не захотите нас учить, мы не встанем. Хорошо. Вы заметили мои сверхспособности. Возможно, это судьба, чтобы я вас научил. Однако, чтобы стать моими учениками, вы должны запомнить одно правило. Если вы не будете ему следовать, я сделаю так, что вы потеряете все способности. Какое правило? Никогда никому не говорить, что я супергерой. Конечно. С сегодняшнего дня ты супергерой второй, а ты супергерой третий. Щекотно. Вы должны купить мне новую машину. Не убивайте нас. Наши вещи очень дорогие. Берите. Да, вся наша мебель дизайнерская. Все забирайте, все, что вам нравится. Эй, дорогой, этот толстяк хирург? Какой год сейчас? 3 декабря. Я спрашиваю год. Сегодня 3 декабря 2020 года. 3 декабря 2020 года. Мы прибыли из второго временного отрезка. Первый был в 2018. Интересно, из какого отрезка он придет? Если он прибыл из первого, значит, он здесь уже 2 года. Я надеюсь на это. Этот полицейский убил моего брата, Ти-Джао. Ты за все ответишь. Я отомщу тебе за смерть брата. Дорогой, не переживай. Как только мы найдем доктора Мастерсона, он сразу появится сам. Буд, приди к нам! Вы что здесь делаете? Кики, перестань притворяться. Твой отец учит нас боевым искусствам. Твой отец наш учитель. Ты тоже должна у него учиться. Теперь мы одна семья. Мой папа научил вас этому? Вы все врете! А,
Она не знает секрет. Бедная девочка. Она ничего не знает о своем отце. Пошли. Нам не о чем с ней говорить. Постойте! Вруны! Мне нечего сказать. Перестаньте меня преследовать. Задержите их и помогите мне. Мисс Холли, да что же случилось? Когда этих троих грабителей отправили в больницу, они сказали, что их избил супергерой. Репортеры узнали об этом, и теперь они везде. Тебе надо быть осторожней. Я буду. Сержант Мастерсон хочет тебя видеть. Хорошо. До встречи. У меня миллион запросов о том, что случилось. Я думаю, тебе лучше оставаться здесь. Я согласен. Я надеюсь, никто не поверит этим бандитам. И потом у них нет возможности общаться с прессой. Некоторые все равно будут утверждать, что он супергерой. Я не знаю, что делать. Нет, этого не случится. Дайте я кое-что объясню. Что такое? Извините, сержант. Киджао, вам звонит какой-то мальчик и говорит, что его мама хочет покончить жизнь самоубийством. И чтобы вы, как супергерой, приехали и спасли ее. Какой еще ребенок? Он сказал, что он ученик Кида. Супергерой номер два. Его зовут Фостер. Дайте мне с ним поговорить. Да, сэр. Учитель, это Фостер. Моя мама, то есть моя мачеха, она сидит на балконе и говорит, что сейчас спрыгнет. Она говорит, что папа хочет с ней развестись. Папа хочет бросить ее и меня тоже. То, чему вы меня обучили, не помогает. Пожалуйста, приезжайте и спасите ее быстрее. Ого, высоко. Там сидеть опасно. Где команда спасателей? Она на подъезде. Если они не могут это сделать вовремя, я это сделаю. Сержант, я пойду с вами. Жди меня здесь, я полезу один. Здесь пресса. Иди в дом и уговори ее вернуться обратно в квартиру. Я поднимусь отсюда, а ты ее отвлечешь. Вы двое не пускайте прессу. Да, мэм. Пусть пожарные приготовят воздушную подушку. Да, мэм. Мамочка, пожалуйста, не прыгай, держись крепче. Что случилось? Учитель, моя мама сидит на балконе и говорит, что спрыгнет вниз. Супергерой здесь, чтобы спасти тебя, не прыгай. Не подходите. Хорошо, мы не подойдем ближе. Уважаемые телезрители, мы ведем прямое включение с места, где работает легендарный супергерой Ки Джао. Он пытается уговорить женщину от попытки самоубийства. Давайте посмотрим, сможет ли он спасти ее жизнь. Угони, сержант! Это крайне опасно. Там очень высоко. Давайте дождемся спасателей. Они не успеют, я сделаю все сам. Это невозможно. Ну как он мог попросить развод у такой красавицы? Ну как он может оставить такого умного мальчугана? Я уверен, он уже через неделю передумает. Но мой папа уже 9 месяцев не появляется дома. Значит, я уверен, он передумает через 9 месяцев. Я ждала, пока не закончились все наши деньги. Я все ждала. Все ждала, что он вернется, и после всех ожиданий я получаю письмо, где он просит меня о разводе. Ну скажите, что мне еще сделать? Я убью себя. Я убью себя. Я не знаю, что мне делать. Не плачь. Посмотри на себя. Ты такая молодая и красивая. Много мужчин хотели бы любить такую, как ты. Много мужчин хотели бы любить такую, как ты. А ты меня любишь? Я... Ну, я... Ну, ответь же! Ну, я просто привел пример. Понимаешь, пример. Вы мужчины. Вы все лживы.
Вы никогда не говорите правду. Вы все врете. Никогда больше не поверю мужчине. Никогда! Ты что делаешь? Мамочка, не надо, пожалуйста! Не надо, остановись! Многие захотели бы тебя любить, это правда! Ложь! Меня никто не любит, никто! Ни один мужчина! Нет, я тебя люблю! Один. Ты врешь. Нет. Если ты скажешь «да», мы сможем пожениться. Я холостой. Давай поженимся завтра утром. Почему ты хочешь на мне жениться? Почему? Это любовь с первого взгляда. Мой муж спел мне песню, когда делал мне предложение. Я была так тронута, что согласилась. Ты споешь мне песню? Но я не умею. Если мужчина по-настоящему любит женщину, он все для нее сделает. Он споет ей песню. Ты знал о том, что он ужасно поет? Нет. Это ужасно. Я буду любить тебя 1000 лет. Моя любовь надолго. Я смотрю на тебя. Сержант, что вы делаете? Команда спасения использует все возможное, чтобы спасти женщину. Все, даже пение. Вы согласитесь со мной, что поет он ужасно. Однако мы должны поблагодарить его за приложенные усилия. Моя любовь будет жить вечно. Она выдержит испытания временем. Мы всегда будем вместе. Я буду любить тебя 1000 лет. Лизумэ, что ты делаешь? Ура! Помогите! Наверх, быстрее! С вами все в порядке? Хорошо, спасибо. Как ты? Кто ты? Дай посмотрю. Ты кто? Это я. Прости. Прости, без очков не вижу. Я правда за тебя переживала. А сейчас? Сейчас не переживаю. Ты видела меня? Твой папа спас женщину. Вот было здорово. Я рисковал жизнью. Рисковал жизнью. Разве супергерой рискует жизнью? Да что это с тобой? Как такая умная девочка может поверить в то, что все они говорят? Тогда почему так много людей считают тебя супергероем? Папа? Почему ты ничего не говоришь мне про прошлое? Почему ничего не говоришь про маму? Ты только сказал, что она умерла. Но как? Я даже не видела ни одной ее фотографии. Почему? Ты что, не веришь своему отцу? Нет. Ты готова больше верить тому, что говорят эти дураки про меня, а мне ты не веришь, так? Тогда почему ты учил Фостера и доктора боевым искусством? Потому что они глупенькие.
Они не хотели меня слушать, поэтому я над ними слегка подшутил. Папа, мне кажется, ты надо мной тоже шутишь. Как я могу обманывать дочь? Я... Кто-то пришел. Я не хочу, чтобы другие видели, как ты плачешь. Хорошо? Не плачь. Не плачь. Я знала, что ты еще даже не ел сегодня. Кики? Смотри, какая красавица к нам пришла. Здравствуйте. Привет. Я тут принесла подкрепиться. Я не голодна. На самом деле, я не знаю, что такое голод. Эй! Эй! Вы двое поругались? Я не знаю. Девочки в таком возрасте имеют очень странные мысли. Ты одинокий отец. Ты должен лучше понимать ее. Ладно, ты поешь, а я пойду поговорю с ней. Доктор сказал, что у тебя сильный шок. Надо отдохнуть пару дней. Ты мог бы остаться и составить мне компанию. Конечно. Меня зовут Сью. Меня зовут Мастерсон. Приятно познакомиться. Вкусно? Очень. Ты тот самый ребенок, которого сегодня спасли? Да. Здорово, можно взять у тебя интервью? В этой школе учеников по фамилии Мастерсон трое. И все они девочки. Может, он учится в другой школе? Но в 2078 году он подарил школе новое здание. Он заявил, что это школа, в которой он учился. Если он тут не учится, зачем он тогда говорил, что это его школа? Он закончил учиться в 2021 году. Значит, сейчас он должен учиться в начальной школе. Может, его перевели из другой школы? Давай поспрашиваем других учеников. Хорошая идея. Да, он настоящий супергерой. Я его ученик. У него есть дочь Кики, и она моя одноклассница. У него есть дочь? Он настоящий супергерой. Похоже, нам понадобится помощь. Холодновато. Да, холодно. Ты не мог бы дать мне свой пиджак? Конечно. Держи. Мы оба взрослые люди. Сейчас не 19 век. Ты знаешь, я люблю тебя. Почему ты всегда меня избегаешь? У тебя есть другая женщина? Ты всегда притворяешься, что кашляешь, когда я задаю тебе этот вопрос. Просто я... Еще люблю мать Кики. Такой приятный мужчина, как ты, вымирающий вид, я буду ждать тебя. Ждать? Когда твои чувства к ней остынут, и мы сможем быть вместе. У меня уже нет времени. Чушь! Ты еще молод? Смотри, такси. Эй! Тебе лучше поехать домой. Я тебе позвоню, и мы поговорим.
Я не хочу домой. Почему? Я хочу быть с тобой. Почему ты меня отталкиваешь? Извини, езжай, пожалуйста. Я не хочу уезжать. У меня есть причина отказать тебе. Я расскажу позже. Расскажи сейчас. Не все так просто? Не все так просто? Когда? В следующем месяце? Я не хочу ссориться. Поезжай. Я не поеду. Ты уверена? Да. Если ты не поедешь, я поеду. Поехали. Собирайтесь! Очень вкусно! А почему ты не ешь? А почему ты не вернешься к своей маме? Она очень хорошо проводит время со своим ухажером. Почему я должен ей мешать? Как вы трое оказались на свободе? Вы на свободе, а я связан. Это нечестно! Эй, что вы делаете? Мистер Дин, помогите! Помогите! Не с места! Мисс Холли! Руки вверх! Ты знаешь Роберта Мастерсона? Доктора Мастерсона? Доктора Мастерсона? Нет, не знаю. У меня есть одноклассник, и у него кличка Доктор. Ты ученик Кида Джао? Да. Как я тебе и говорил, переделай их троих. Но у меня нет необходимых инструментов. Тогда используй то, что есть. А вы двое друзья Кида? Нет. Да. Если ты не его друг, значит, ты его враг. Хорошо, мы друзья. Его тоже переделайте. Что? Нет, я не хочу. Посмотри на себя. Тебе ничто не помешает. Переделывайте. Ну, если вы только чуть-чуть мне поправите глаза. Папа! Лай! Я еще в обиде. Как ты их нашла? Интернет, который был 60 лет назад такой медленный, у меня ушло на это целых 2 минуты. Я взломала сеть по надзору за движениями, теперь мы знаем, где они. Как только они высадятся, мы последуем за ними. Кики, позвони в полицию. Что? Иди.
беги! Быстрее! Помогите! Я полицейский из будущего. Круто! Здорово! Полицейский из будущего. Вот ты и появился. Термодетектор не может обнаружить меня и Фиону. Температура наших тел ниже, чем у змеи. Хочешь спасти женщину и детей? Попробуй. Наконец-то мы встретились. Скажи мне, где доктор Мастерсон, и я отпущу женщину и детей. Я не договариваюсь с террористами. Но я тебе кое-что расскажу. Доктора нет в этих годах. Я уже 2 года его ищу, и все напрасно. Думаешь, я тебе поверю? Мне не важно, веришь ты или нет. Если ты настоящий мужчина, отпусти этих троих. Почему троих? 4, не забывай, у них еще мистер Неудачник. Я здесь, посмотри, что они со мной сделали. Дядя, не переживайте, очень даже мило. Я всегда могу переключить канал, когда от тебя устану. Эй, ты заткнись. Послушай, стоит мне нажать эту кнопку, и твоя женщина превратится в пепел. Ядерное оружие 60 лет назад было еще слабовато. Но его хватит, чтобы убить ее. Кит, не переживай за меня. Как мило. Ты, должно быть, очень ее любишь. Отвечай. Да. Я очень ее люблю. И если вы с ней что-нибудь сделаете, вы никогда не найдете доктора Мастерсона. Иди, помоги остальным. Хорошо. Побеспокойтесь о себе. Ребята, бежим. Папа, учитель, осторожней.
Ух ты! Папа! Ты и правда супергерой! Здорово! Почему раньше не говорил? Полегче. А сейчас иди с мисс Холли. Сержант Мастерсон? Где ты раздобыл эту одежду? Они мне ее дали. Ладно, я расскажу вам все позже. А теперь пока. Он и правда супергерой. Обалдеть. А мне что теперь делать? Не переживай, мой учитель вылечит тебя. Власти, прочти ваш доклад. Похоже, они приняли все ваши объяснения. Я думаю, они хотят, чтобы вы остались и помогли в решении некоторых научных вопросов. Без проблем. Они также не хотят вызвать панику у граждан. Поэтому вам стоит продолжать скрывать свои возможности. Конечно. Извини. Вы, люди из прошлого, такие странные. Всегда извиняйтесь. Где сержант? Я думаю, он занят подготовкой к свадьбе. Так быстро? Да. А что насчет нас? Я просто шучу. Не принимай меня всерьез. Я должен буду вернуться через месяц. Можно я буду любить тебя весь этот месяц? Тебе будет больно? Нет, я буду счастлива. Так мило. Да. Жаль, что ты скоро уедешь. Прости. Это договор. Мы будем вместе только месяц. А потом мы будем помнить этот месяц всю жизнь. Жаль, что мы не нашли доктора Мастерсона. Возможно, у меня была неверная информация. А где мистер Неудачник? Он здесь? Его перевели в специальное отделение. Сейчас он капитан. Так здорово. Слушаю. Босс, я сзади вас. Я отойду ненадолго. Что? Ты пришла за мной? Мы должны телепортировать вас обратно в 2080-й. Время? Через 2 часа. Ваша девушка очень милая. Ты тоже милая. Тогда поищу себе какого-нибудь симпатичного парня. Конечно. Сэйфу! Учитель! Кики сказала, что вы скоро уезжаете, это правда? Правда. Когда мы вернемся, ты не забывай нас. Учись хорошо, слушайся своих родителей. Мы вернемся и напишем тебе электронное письмо. Я боюсь думать о том, что случится завтра. Почему? Надо будет поменять все свои документы из-за того, что я меняю имя.
Кто это сделал? Моя мама. А мне так нравится. А сейчас придется написать инициалы КВ на всех рубашках. Камванг. А христианское имя у тебя есть? Да, мне его дал сегодня мой новый папа. Это Роберт. Роберт Мастерсон. Учитель, все в порядке? Да, конечно. Я буду скучать по тебе. Когда мы уедем, ты должен будешь очень старательно учиться. Помни, в этом мире есть только технологии. Супергероев не бывает. Любую идею ты можешь воплотить в реальность. Понимаешь? Да. Мы еще увидимся. Обязательно увидимся. Я обещаю. Бегите! Скорее! Звоните спецагентам! Хорошо! Пригнитесь! Что случилось? Пригнитесь на пол! На пол! Помни, с Фостером ничего не должно случиться. За мной! Быстрее! Вниз, быстрее! Сюда! Thank you.
Давай сюда. Бежим! Вперед! Стреляй же! Прыгай! Давай, стреляй! Прыгай же! Найди Кея. Это будущий доктор Мастерсон. А как же ты? Не страшно, если погибну я. Главное — спасти Мастерсона. Он — будущее человечества. Хорошо. Я обещаю тебе найти его. Ты тоже пообещай мне кое-что. Обещай, что не умрешь. Я супергерой. Я не умру. Пока. Кики! Кики! Папа!
Кики! Стой! Папа! Отпустите ее! Отпустите! Отдай мне энергию, тогда отпущу! Сначала отпусти ее. Папа! 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 Папа? Папа? Я что? Тоже робот? Убей его! Бежим! Папа! Папа! Прости. Я не сказал тебе, что ты робот. Ты стала роботом еще до смерти мамы. Ты умерла почти сразу после того, как умерла мама. Почти сразу. Раз я робот, то когда ты вернешься в будущее, просто создай другую меня. Разве это хорошо? Я не смогу. Сможешь. Я в тебя верю. Любимая, Фиона, держись, прошу тебя. Я не могу. Они уничтожили мое сердце. Сообщи учителю. Учитель, чтобы убить его, надо уничтожить его сердце. Учитель, вы прекрасны, вы самый лучший!
Берегите себя. Вселенная треснет через 5 минут. Надо уходить. Иначе мы не сможем вернуться. Не подходи. Прошу, уходи, пока я не заплакала. ...2082 год. Добрый день, здравствуйте. Да, капитан Киджао здесь у нас. Он приходит сюда каждый день после работы. Я знаю тебя. Ты был здесь вчера. Я точно знаю. Ты меня помнишь? Хочешь услышать мою историю любви? Конечно. В молодости я знала одного мужчину. Он говорил, что пришел из будущего и не может полюбить меня. Я спросила, а что, если мы полюбим друг друга всего на 1 месяц? И мы любили друг друга всего 1 месяц. Ты слушаешь? Слушаешь меня? Да, каждое слово. Я думала, смогу ли я прожить до старости? И сможем ли мы встретиться, когда мне будет столько же, сколько ему? Все возможно. Thank you.
розлітали солов'ї з усенького світу. Посідали солов'ї добровільно в клітку. Попросилось солов'ї до старої хати. Стали-стали солов'ї колискою співати. Ой, то дивна солов'їна мова по усіх усюдах однакова. То розгоїть рани, то заліче, то край світу до себе закличе. Закличе. За столом зібралася родина, і лунає мова солов'їна. Холодно та затишно у хаті. Благословляє Божа Маті. І лунає солов'їна мова по усіх усюдах однакова. То розгоїть рани, світу до себе закличе, то розгоїть рани, то заліче, то край світу до себе закличе. Всі на волю можете летіти.